Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим светодиодный фонарь. Моделька называется BL1831T6. Это идет ручной фонарь. Как заявлено от производителя, данный фонарь должен светить на 1000 метров. Реально это метров 300-400 он светит. Так, давайте рассмотрим комплектацию. Сразу хочу сказать, что идет такой вот жесткой коробочке. Так, в комплекте у нас имеется, собственно, сам фонарь. Вот такого вот плана. Здесь установлен один диод. Также, как видно, он фокусируется. Кнопка включения откручивается сзади. И также разъем под аккумулятор. Или можно через вот такой вот переходник вставлять три батарейки типа 3А. Вот, ну это дальше мы посмотрим. Так, далее. Зарядная в прикуриватель идет. Зарядная от сети 220. Аккумулятор с таким переходником. И само зарядное устройство. Заряжается он очень просто. Вставляется вот так вот. И подключается вот такого вот плана. Так, давайте сейчас попробуем включить наш фонарь, посмотреть, как он светит. Так, как вот видите, есть специальный переходник. То есть, если у вас, допустим, есть фонарь, но тоньше, для этого, для удобства, сделан вот такой вот переходник, что более толстые нужно с переходником вставлять, чтобы не так болтался аккумулятор, а более тонкие без переходника. Так. Так, есть. Давайте выключим свет. Здесь используются 4 режима. Яркий, стробоскоп, более тусклый и, опять же таки, стробоскоп. Но еще должен быть сигнал SOS, да. То есть есть и такой режим, что при включении или где-то вы в экстремальных условиях, чтобы подать сигнал, можно использовать именно такой вот режим.